Очередная посылка из Китая. Летняя обувь. С виду вроде все цело. Сейчас посмотрим. Все как-то запаковано, как попало. Ой, е-мое. Думал, все открывать будем. Ну, в общем, такие вот кроссовки. Или я не знаю, как это называть. Чешки это ли? В общем, на сайте у продавца было написано кроссовки. Ну, наверное, кроссовки. Такая подошва мягенькая. Здесь у нас какая-то воздушная подушка. Название фирмы не помню. Поскольку, наверное, не все китайцы-то знают, что такая фирма есть. Позже название напишу. То ли это название магазина. Ну, в общем, никакого логотипа нету, как видно. Вот такой вот протектор. Ну, чисто летняя обувь. Для жары. Короче, она как в виде носка идет. Как будто бы ты носок одел. Здесь вот каким-то образом шнуруется. Затягивается под нужное. На нужное усилие. Так. У нас за подошва. Вот такая подошва какая-то она. Как будто бы пенопластовая. Может, такой материал просто. Ну, внутри все прошито. Размер 45. Он же американский 9,5. Такое впечатление создается, но, наверное, оно и правильно, что какая-то просто резина, на которую или в которую вулканизирована вот эта тряпка. Все приклеено. Так на вид вроде качественно. Но меня терзают смутные сомнения, что
большим пальцем ноги вот здесь вот быстренько появится отверстие, то есть протрет палец. Ну, полагаю, так на одно лето хватит походить. Тут все тянется. Цена, если мне не изменяет, 1020 рублей, по-моему. Ну, что-то совсем как-то хлипенько. Мне кажется, уже неделю походишь, и тут дырка будет. Ну, надежда на то, что удастся проходить целое лето. Ну, и не каждый же день будешь. Я думаю, хватит на разок. До этого заказывал X-Step, но у продавца не было нужного мне цвета. Оставался только белый, но он очень маркий. И вот этот вот цвет больше похож на тот, который мне подходил. Поэтому не стала там заморачиваться. Взял пока такое. Ну, как-то вообще не серьезно, конечно. Мне кажется, сейчас уже дырка будет. Ну, в процессе носки посмотрим. Так она как бы гнется, все такое. Так на вид издалека, если то, в принципе, симпатично смотрится. Думаю, 1000 рублей это как бы не так уж и много. На один сезон, я думаю, хватит, и денег-то не особо так и жалко. Да они и надоедят просто, что-нибудь другое захочется. Поэтому поношу. Потом другие закажу. Спорт. Ну а то, что в них будет не жарко, я думаю, что это 100%. Поскольку такой вот легкий-легкий материал. Может, конечно, зря я его хаю. Может, никакой дырки тут и не будет. Не, через время, конечно, она появится. Но посмотрим. Так, носок сделан, чтобы, если споткнувшись, можно было не повредить переднюю часть. Жалко, их нельзя вывернуть. Ну, короче, резина обыкновенная, ничего особенного. Пятка в нем неустойчивая. Слишком тут все как-то это хлипненько. Ну, наверное, на велосипеде на них будет хорошо кататься. Ну, в общем, поносим, посмотрим. Впереди лето.
через 4 месяца. Думаю, лето протянут. Ну, пойдет.